Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром прошу поставить лайк к этому видео и, если не сложно, подпишитесь на канал. Утром 25 августа было найдено тело 16-летней Виктории, которая вместе с возлюбленным пропала в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщил источник, близкий к следствию. Пропавшую обнаружили в нескольких километрах от пристани, без видимых признаков насильственной смерти и повреждений. Кроме того, наш источник подтверждает версию с баржей, которая зацепила лодку молодой пары. По предварительным данным, они просто не заметили ее. Саму лодку нашли в Перми, когда расцепляли баржу. Местонахождение парня на данный момент неизвестно. Предварительной причиной смерти девушки является утопление. Однако точная информация будет известна после вскрытия тела. Не исключен вариант смерти подростка еще до момента, когда она утонула. Пермские правоохранители проведут допросы команды и капитана судна. Кроме того, территориальные органы МВД по пути следования баржи также будут участвовать в разбирательствах. Напомним, 21 августа влюбленная пара подростков уехала кататься на лодке и пропала. Перед исчезновением ребята вели себя как обычно, только Виктория упоминала красивую дату – 21.08.2021. Однако девушка не уточняла, чем она так примечательна. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Накануне на берегу Камы была обнаружена кроссовка девушки –